До замку, то есть вийти до Вейста, можемо ту якби сконцентрувати. Ну, видиш, таке. Мати. Але добре, а матами ми займемося пізніше. Так, входимо до замку. До їх башт. Халера. Саме Вейс, але тут завжди те туристи гоні, то є. Що сказати. От ось. Там ми не були. А ні, були, були. Добре, де ми? Так, ходімо до самого замку. Це день. За другий день. Реставрация, добра, помню. И вот сам замок, который мы... Чтобы утекать в... За нами идет лун, дитяков. То есть бенди, не барга. Завжди якісь праці. Ну, відомо, так і щось потребує. В першій половині 16 века в дерев'яному замку було сооружено в'їзні ворота. Около 1580 року Станіслав Красицький почав, однак, будівництво нового замку на місці предыдущего, вероятно, приходящего в некую ветхость. Єдина строящаяся часть старого замка, то есть въездные ворота были включены к новому сооружению в северном крыле. Деревянные стены были заменены оградой с бойницами и крыльцами для охраны, а по углам поставлено 4 четырехэтажных башни Бастеи. Итак, обратим внимание на эти башты. Замок имеет вид четырехугольника с внутренним дединцем. Четыре башни, бывшие Бастеи, Божья с куполом, папская с аттиком в виде папской короны, королевская и шестью маленькими башнями и дворянская с обзорной террасой символизируют, ну, как мы уже отмечали, порядок в мире, четыре ступени в иерархии власти Бога, церкви, монархии и дворянства. Эти башни тут представлены на нашем фильме не раз, с разных, можно сказать, ракурсов. Итак, це тумами. То есть півниці, в которых висять эти сувальники. Видите? Ну, у нас музей. І були грати череп там дворик. А це швидко в тим.
якась вистава. Ну, то есть ширина. Это по-моему. Вистя, тикос, все одніке. Так вот с панорама так обоседлив. Там один раз мы не обходили, но сейчас уж как бы за Литвиной-то. И до этой Загоровой, до башни Загоровой зайдем, где мы поздно грили, бавились на кто-то. Ну вот так выгляда там двух так замку ляц. Ідіть двою, так і досить. Ту мешканці Косичина тим замку по війні ховалися від бандеровців. Ну давай ту ще зайдемо і так от і можна буде зробити якісь пеньки здійняти. Вот так и видите, целый античный муры, рельефы. И где вы видите эту мешкал? Здесь христианский. Что-нибудь. Не, не. Литы кладли на то христианство. Губки поведят, ну так, для того их уж нема. Для того их сами ветятся. О башнях еще можно отметить, что еще одна наивысшая квадратная башня часовая, которая сооружена над давними воротами. Всего замок имел три входа. Первый, который остался еще из деревянного замка, был с северной стороны. В оградах можно еще найти его остатки. Ну, мы так тщательно не осматривали объект, поэтому на этот счет ничего вам не можем ни сказать, ни подсказать, к сожалению. Ко второму входу ведет аркадный мост над рвом. Его мы действительно полюбили и тут делали, так сказать, свои фотосессии, которые, кстати, над мост над рвом, который заполняется водой из сана. И третье – это вход нынешний с восточного бока, с этими вот арматками. Властители замка в так называемом жилом доме, который находился в северном крыле замка, тогда, между тогдашними въездными воротами Королевской башни, там и обитали. На замковом дворе, на котором решительно, кстати, бракует каких-то натуральных украшений в виде растений, цветов и тому подобного, можно увидеть лоджию с куполом и два жилых корпуса с внутренними воротами.
галереями. Ну и теперь подробненько об истории, что известно из всевозможных источников. В 1602 году умирает Станислав Красицкий, и замок наследует его сын Мартин. Мартин Красицкий родился в 1574 году. Он получил образование в заграничных вузах, принимал участие в войнах с Московией и сделал быструю карьеру. Сначала он получил должность старосты Болимовского, потом Любомельского, Пшимыского и, наконец, получил должность львовского каштеляна вместе с местом в Сенате. В 1629 году он стал подольским воеводом. В тот момент он закончил строительство прекрасной резиденции в Красичине, перестроил замок Пшимысли и выстроил два костела. В 1631 году Мартин был посланцем к императору Финджинанду, благодаря чему получил от него наследственный графский титул. Всю жизнь много хлопот доставлял ему авантюрист Станислав Стадницкий, который имел прозвище «Дьявол», а позднее его дети. С самим дьяволом окончательно разобрался Христофор Аполлинский, а с него потомками сам Мартин Красицкий. Он сжег разбойничное гнездо Сигизмунда Стадницкого в Рудавке. Там же он нашел сокровище, мол, ценностью 200 тысяч злотых тогдашних. В первой половине 17 века Мартин Красицкий отказался от оборонительной функции замка и провел его модернизацию с точки зрения удобства и представительного вида. Век еще могущества Речи Посполитой. Перестроил его как палаццо инфортеццо. Работы под руководством итальянского архитектора Галеоциано Аппенего длились до смерти Мартина Красицкого в 1633 году. Бастеи были перестроены на башни с аттиками, кроме одной. Все бойницы заменены окнами, а в Божьей башне устроена часовня. Жилые дома получили внутренние галереи. Возле старых ворот сведена прекрасная лоджия с куполом и часовая башня. Новые ворота созданы в западном крыле, к ним вел мост над широким рвом. Таким образом, замок был соединен с новым городом Красичином, который постепенно разрастался. Вокруг при восточном крыле возник новый жилой дом. Замковые стены, как известно, так и изнутри приобрели прекрасную декорацию. Крепость окружили земляными бастионами, фортификациями. Замковое залоговое насчитывало даже несколько сотен солдат.